Всем привет! Сейчас мы с вами попробуем разобрать некоторые фрагменты данной композиции. Итак, начинается она у нас со счета 1, 2, 3, 4. И два такта мы с вами делаем тремоло по триолям. То есть это получается 1, 2, 3, 1, 2, 3. То есть на каждую долю мы играем по три нотки. Да? Первый такт у нас идет два раза. Раз, два. То есть получается, что первый у нас идет такт. Первую ноту мы играем два такта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, сыграли. Потом следующую ноту играем столько. Точнее, ровно в половину раз. И в первую струну приходим один раз. Одну нотку. Вот, дальше мы с вами начинаем обыгрывать обычное трезвучие. Вот, обыграли, да? То есть, в принципе, идет обычная ми-минор. Сюда пришли. Здесь мы с вами делаем пулами. То есть, здесь идет не свипом, а идет трезвучие. Три звука идет. Первый звук идет 19-15-17. Сделали удар вниз, сделали пул к 15-му ладу и сыграли удар на вторую струну. Потом то же самое сыграли на третьей струне, то есть на октаву ниже, и на пятую струну. Да? Но на третьей струне мы с вами будем повторять этот звук. То есть получится фраза. Теперь такую же фразу играем от третьей струны. Вот мы сыграли. Теперь от этой ноты, в которую мы пришли с вами средним пальцем, мы играем гамму. Дошли минорной гаммы, доходим до соль. Затем перепрыгиваем нотку. То есть вместо ля играем си. Так у нас соль, си, соль, ля. И переходим в фа диез. Потом такая же, в принципе, у нас идет секвенция, только с аккорда ре. Здесь у нас идет арпеджио. Потом повторили. Приходим сюда и играем миксолидийский мажор. То же самое, да? То есть обычная мажорная гамма, только с пониженной седьмой ступенью. И точно так же, только триолью играем, да? То есть в один удар три нотки у нас. Затем дальше идет мелодическая часть. И идет арпеджио. Это у нас идет арпеджио ля минора. Идет пул с 17-го лада на 12-й. Идет, здесь уже идет растяжка. Потом сюда ставим мизинчик. И точно такой же звук, только на октаву ниже получается. От 14 лада. И приходим в 12 лад. Потом мелодия идет. Здесь я играю обычно арпеджио. Точнее, обращение его постоянно, да? Потом предыдущий звук. Делаю слайд. Потом опять. И прихожу в ноту си. Прихожу вторым пальцем и вместо второго пальца ставлю первый пальц. Здесь я играю от ноты си два раза секстоль. Затем перехожу на третью струну. Делаю скачок. И назад. Затем идет у меня уменьшенный арпеджио. То есть арпеджио мы с вами будем уменьшенно играть с випом. То есть получается с 14 лада идет 14 лад и 11 лад. Делаем удар вниз и сразу же идет пул. Потом сразу же 13 лад, 14. Потом то же самое от 17 лада. И подтяжка на 17 ладу. Вот, это у нас первая часть. Затем вторую часть мы играем, то же самое повторяется. Thank you.
дальше мы приходим с вами в соль. И снова начинается мелодия. То есть это, в принципе, вы можете даже взять как фразу, гонять ее взад-вперед для того, чтобы даже технически вам окрепнуть. Перед тем, как началось соло, мы с вами играем последнюю арпеджио. И дальше фразочка такая у нас идет. Вот эту фразу мы разбираем. То есть у нас получается с третьей струны, потом на четвертую и на пятую, на 14 лад, потом снова 12 лад, третья струна, и 14 лад на четвертую струне. То же самое в конце у нас. Такая же концовка.